7 августа в Москве скончался переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Володарский прославился на стыке 80-х и 90-х. Он переводил зарубежные фильмы с английского языка и обладал узнаваемой манерой, гнусавым голосом, за что зрители называли его переводчик с прищепкой на носу. В юности он дважды ломал нос, из-за чего выработалось специфическое произношение. Именно Леонид озвучивал большинство видеокассет. Робот, наверное. Володарский работал синхронным переводчиком еще на закрытых просмотрах для членов ЦК КПСС. Он окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мариса Тореза, где английский язык преподавал его отец Вениамин Иосифович. Мама Валентина Иосифовна работала учителем немецкого языка в школе. Володарский владел английским, французским, испанским и итальянским языками. За 30 лет непрерывной практики Володарский перевел более 5000 картин. При этом он говорил, что переводил ленты синхрона из первого раза. Ему было 73 года. Как же ты вернешься? Я не вернусь. Game over.